Здрасте. Русик Ханумак. Короче, как вы поняли, я продолжаю путешествовать по нашей большой необъятной стране. И сегодня я по вашим заявочкам в одном прекрасном городишке. Угадайте, в каком? Может быть, заглянешь в наш вечерний портал? Здесь сияют витрины и горят фонари. Здесь сигналят машины. Так как я в этом городе сегодня первый раз, я решил просто зайти в интернет и посмотреть свежие новости про Кривой Рог. Давайте сейчас сделаем это вместе с вами. Кривой Рог первый в области по количеству психически больных. Наверное, хватит на сегодня новостей. Давайте просто об этом городе спросим у обычных местных жителей. Пошли. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, что-то о вашем городе. Красиво очень. Спасибо. А город? Честно говоря, я не местный, так что извините. О, кстати, метро есть. Метро – это отдельная тема. Погнали. Вот это вот метро в Кривом Роге. Вам ничего странным не кажется? Встречайте поезд. М. Все правильно. А что сразу метро? Может, они со средины начинают? Тра-м! Лайк! Ну, Кривой самый длинный город в Украине. По официальным данным, длина города Кривой Рог составляет 126 километров. 126! Длинновастенько, да? Да тут от центра до вокзала ровно столько же, сколько от Киева до Житомира, ребята. Да здесь дети, которые пешком идут в первый класс, приходят уже во второй. Там еще памятник этот прикольный, двум собачкам есть. Прикольно. Ну, если честно сказать, Кривой Рог суровый город. Ну как суровый? Суровый-суровый. Суровый? Суровый. Да он настолько суровый, что здесь, если люди ходят в бассейн, то это не обычный там бассейн, а криворожский, железнорудный бассейн! Зато хлорки нема, блядь! Oh, baby, baby, oops, I... Кривой Рог настолько суровый город, что здесь живет самая сильная женщина в мире, Варвара Акулова, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса и на минуточку смогла поднять вес больше 700 килограммов. Прикольно. Это центр металлургии. Метро поехало. Вообще, если быть немножечко серьезнее, то стоит только... Кривой Рог... В моем сердце. Это ж, наверное, больно. На самом деле, Кривой Рог – это достаточно уникальный город со своими уникальными жителями. Ну, какой он? Самый родной, самый лучший. Мощный и длинный русик. Очень скучаю. Большой и дружелюбный. И прикольный. Любим, ценим и очень скучаем. Спасибо, специально из Кривого Рога вещал ровный Русик Ханумак. А знаете, в чей город я поеду дальше, а? А в... А, кстати, хоть по какому каналу показывать будете? Да вы все равно такое не смотрите.